Большой привет всем искателям хороших ICO. Сегодня я расскажу о ICO IDEP. IDEP в данный момент находится в самом начале своего пути, на этапе сбора средств. Ну и, как вы понимаете, сейчас самое время задуматься о инвестировании в этот замечательный проект. Предлагаю начать наше исследование ICO IDEP с сайта компании. Сразу мы видим главную страницу сайта, на которой для нас предоставлена вся ключевая информация, для того, чтобы мы начали ознакомление с проектом. Забегая наперед, хочется отметить, что изучив всю информацию на сайте и white paper, понимаем, что история проекта началась относительно недавно, однако его разработчики стараются сделать его конкурентоспособным и привлекательным для потенциальных клиентов. IDEP – это новая децентрализованная экосистема для торговли производными криптовалютами, выступающими за международную платформу цифровых активов. Ниже нам предоставлены рейтинги криптовалют. IDEP – это токен VRC20, основанный на OneChain, первой и единственной в мире совместимой блок-цепочке. Это токен утилиты и является неотъемлемой частью данной платформы. Преимуществами данного проекта является бесплатная торговля, то есть для участников ICO, купивших более 20 тысяч токенов IDEP, предоставляется пожизненная бесплатная торговля на платформе. Также это скидка в торговой комиссии, плата за управление листинг и сжигание токенов IDEP. Далее нам представлена информация о токене, название IDEP, тип токена VRC20, стоимость, общий запас мы видим, это 1 миллиард, soft cap, hard cap мы видим, также принимаемые валюты. Отдельный раздел у нас идет распределение токенов, да, и использование фондов. Относительно распределения токенов можно сказать, что команда оставила для себя и партнеров немного токенов, благодаря чему основное количество токенов остается в системе для рядовых пользователей, и никто не сможет раскачивать курс. Относительно использования фондов, мы видим, большая часть пойдет на развитие платформы. Также это маркетинг, операции, обязательно резерв, административные аспекты. Ниже нам предоставлены документы. Можно скачать каждый документ и ознакомиться с информацией. Конечно же, у данного проекта есть партнеры. Также предлагается ознакомиться с информацией, почему, чем выгодна именно данная платформа IDEP. Мы видим, предоставлено много разных аспектов. Также предоставлен нам видеоролик, промо-ролик от данного проекта IDEP, где вы можете больше узнать полезной информации для вас. IDEP стремится стать наиболее широко используемым рынком для криптопроизводных. Производные инструменты – это очень важная часть торговли и управления рисками. IDEP планирует предлагать фьючерсы, свопы, спреды, заключая календарные спреды и криптовалютные индексы. Их торговая платформа будет иметь преимущество с очень низкой задержкой и системой институционных заказов. Инкубация ICO. Мы видим, что внутренняя команда разработчиков IDEP будут оценивать проекты, его выполнимость, включая
аутентичность команды, финансовые обоснования и юридические требования. Основная учетная запись IDEP. Мы можем видеть, что при покупке более 1 000 000 маркеров IDEP она предлагает воспользоваться главной учетной записью. Через эту учетную запись пользователь сможет создавать различные субсчета, которые ограничены только для торговли. Выплаты и депозиты будут расширены только для основной учетной записи. Следующим разделом идет дорожная карта. Здесь можно сказать, что достаточно четко распланирован график. Развитие проекта идет за планом. И видно, что команда каждую ступень дорожной карты отрабатывает четко в срок. Что касается команды данного проекта, то здесь все хорошо и внушает спокойствие. Ведь над данным ICO работает слаженная команда специалистов, которым к тому же помогают очень известные специалисты в области криптовалюты и маркетинга. Также можно ознакомиться с этим проектом в указанных СМИ. Нам предоставляется для просмотра галерея событий. Рекомендуют подписаться на последние обновления и быть в курсе последних новостей. В самом низу нам указаны соцсети, где мы можем стать подписчиками данного проекта и получать свежую новость и быть в курсе последних событий. На этом обзор проекта IDEP окончен. Держите руку на пульсе в сфере ICO, и пусть ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными. Всем пока!